Смерть поправ, Иисусем о гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусем о гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусем о гробе живот даровав. Воскреснет Бог и расточатся врази Его. Воистину воскресе! А то исчезает дым, да исчезну. Воистину воскресе! Гибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Воистину воскресе! Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Воистину воскресе! И Святому Духу! Воистину воскресе! Присно и во веки веков. Аминь. Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! С воскресе из мертвых, смертью смерть поправ.
Чистая Дева, радуйся, и по Кириаку радуйся, твой Сын воскресе, ты гневе над гроба. Но воздвигнувые люди, веселитесь, вся светися, новый Иерусалиме, слава Господня на тебе, Россия, никогда не зависся сегодня. Имя чистое, красуйся, Богородице, о восстанье Рождества Твоего. Господа, битися нам слышание Святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрость прости, услышим Святого Евангелия. Мир всем. От Матфея Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Во время оно, едино на 10 учениц идоша в Галилею в гору, а мы же повелеем Иисус, и видяши Его, поклонившися Ему, ове же усомнешася. И приступлесу с речеем глаголя, дадеся ми всяка власть на небеси и на земли, шедше научите вся языцы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие блюсти вся велика заповедах вам, и вся с вами есть во вся дни до скончания века. Аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолим сердцем си. Христос воскресе! Воистину воскресе! Исущим от роде живот даровал. Господу помолим сердцем си. Христос воскресе! Воистину воскресе! Господу помолим сердцем си. Воистину воскресе! Господу помолим сердцем си. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воскресе, святый, 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 свят
помолим сердцем си. Христос воскресе! Воистину воскресе! Господу помолим сердцем си. Воистину воскресе! Воистину воскресе! Исущему гробе живот даровал, Христос воскресе, Христос воскресе, воистину воскресе! Исущему гробе живот даровал, Христос воскресе, воистину воскресе! Исущему гробе живот даровал, Христос воскресе, воистину воскресе! Господу помолим сердцем сим. Смертный свет поправ, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертный свет поправ, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертный свет поправ, Иисущего гробе живот даровал. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молимся, охрани меня души, воскресе смерть родния, на тебе безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Слава, усыла, и нам все.
ныне и вечно. Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал, истинный Бог наш. Молитвами пречистой своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, Ежела святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Ваше Высокое Преосвященство, от имени нашего клира, народа церковного, сердечно вас благодарим, что вы помножили нашу радость. У нас сегодняшний день, Светлая Пятница, Живоносного Источника день, освящался сразу престолом маленького храма Крупецкого, а через несколько лет и этого главного нашего храма Покрова и Святой Богородицы. Как бы Царица Небесная напомнила нам себе, что мы чтили это здесь. И это две радости, два дня рождения престола. И радость общения с предстоятелем, с отцом нашей церкви. Это не так часто у нас бывает. Несколько раз в год, когда мы можем ощутить полноту служения Богу во главе с вашей молитвой. Христос воскресе! Было воистину воскресе!